То есть, вот знаете, ребят, сейчас я вам скажу такую простую истину. Может быть, ради этого стоило посмотреть вообще именно сегодняшний стрим. Топовую мудрость за 8 лет. А я мыслил много, прочитал, блядь, дохуя всяких конфуциев и прочие залупени, прочих шопенгауэров и прочих философов. Было время, были книги. И что-то там почерпнул. И как бы Ницше близок, как никто из этой серии, блядь. Хоть он и втирал дичь, но дичь близкую мне по духу. Вот. Ну, пиздец, просто очень увлекательная хуйня, рассказывать можно долго. И там была такая дичь с отрыванием ногтей. Кто их ему оторвал сам, или, блядь, кто-то помог. Я не удивлюсь, если кто-то помог. Я сидел неделю, блядь, в нечеловеческих условиях, как в фашистской Германии в подвале. Без окна, зимой, блядь, за неделю потерял 14 килограмм. Не имел ни верхней одежды, никуда лечь спать, блядь, в хате с минус, блядь, где-то 5 температурой. Где сладкий чай за 4 часа замерзал, покрывался коркой. Вот такая была хуйня, ребят. Поэтому оторванные ногти меня не удивляют. Вот, и поэтому вся вот эта дичь, блядь. Вся вот эта перхоть подзалупная со своими 100 подписчиками, блядь. Которая хочет высказать свое мнение. Сидел я, не сидел. Прав я, не прав, блядь. Дима, хуимо, блядь. Возьми, нахуй, дотянись до своего хуя и отсоси его. Потому что свой хуй... Я тебе даже в рот не дам, дичь ебаная. Вот это ответ всем вот этим желающим присосаться к отцовской писе. Присосаться не получится. Называть ваши гнилые имена, клички, ники я не буду. Вы все сосете мой хуй. Я просто, блядь, по красоте. Все.